Дорогие друзья, решите представить вам первого в мире официального Карлсона. Сейчас я вам покажу человека Карлсона. Вот он, справа. Вот он. Не, ниже. Сильно просто не включай, совсем чуть-чуть. Да. Вот он, человек Карлсон. Ну там стебает, конечно. Это да, там вот эту штуку. Вот сюда. Короче говоря, реальный человек может летать. Короче, там надо одну снизу зацеплять, через трусину за эту, и все. Потому что он пытается взлететь сразу, вот так вырубиться. Ну, в общем, человек Карлсон. Надо звуки было издавать уже. Или как комар. Так, снимаем. Аж подмыхи запотели. Это шутки. Шутками, конечно. Да, ну вещи. Дорогие шутки.